Привет, друзья и гости канала. Сейчас вам покажу подарки, которые мне привезли. Забрал мои подписчицы муж уток. Вот только что. А мне привезли уже подарки на мой день рождения, я так понимаю. Здесь у нас супер какая-то германская картошка. Я забыл сорт. Я просил, чтобы мне дали на посадку. Просил ведро здесь, наверное, 2 или 3 ведра, потому что мешок очень огромный. И картошка, смотрите, какая. Больше, чем моя рука. Вот. Больше 1,5 метра растет высотой. Здесь буряк. Тоже германские семена были. Очень вкусный, сладкий, сказали. Здесь мне привезли малину. Я тоже просил там штучек 20. Но накопали так от души. Хорошие, совестные люди. Один мешок. Второй. И вот третий. Смотрите, какая вся она хорошая. Какие у нее стволы толстые. Сорт я тоже не помню, к сожалению. Мне все сказали, и как сорт картошки, и сорт буряка. Но все это я забыл. И самое главное, вот, передали Святику яблоки. Домашние, тоже разные сорта. Ну а мне, вместо конфет, потому что я сладкоежка, передали вот такие конфеты в баночке. Это вот такой приятный у меня сюрприз. Подарки ко дню рождения. Хотя еще осталось 3 дня, но я уже начинаю принимать подарки. Так что утки поехали, подарки приехали. Всем всего хорошего. Все-таки хорошо, когда есть хорошие друзья, знакомые. И ты можешь чем-то поделиться, и с тобой чем-то поделиться. Вот. На этом у меня все. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.